Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили работу частного водоснабжения предприятия «Теплосервис М», которое обеспечивает водой микрорайон ЖК «Сколковский». В инспекции приняли участие представители инициативной группы жильцов и администрации Одинцовского округа. Ранее жители Новой Трехгорки жаловались на ухудшение качества водопроводной воды. После проверки оборудования, анализа документов и результатов исследования воды предприятию будут даны рекомендации по исправлению ситуации, в том числе проработка возможности подключения к альтернативному источнику водоснабжения.